последний день не в Крыму, точно. Там один Сухоруков, а здесь другой. Почему-то я вот не отказал вам в интервью, а вы мне про бронзовый памятник. Что, друзья, видите, если не стучать, но мы постучимся, нам можно. Алита, добрый вечер, можно к вам? Первому Крыму можно все. Собственно, вот так выглядит гримерка замечательной артистки. Смотрите, здесь и цветы, море цветов, я бы сказала, костюмы, хлебушек. Хлебушек, да. Ну, хлебушек для членов коллектива, надо сказать, чайник. Вот есть туалетная бумага, все есть, полотенце. Этот чемодан, который мы называем кухня. Это Эдика, моего директора. Тут у нас все лекарства от всего. Это я еще не снимала макияж, чтобы всех не пугать. Вы любительница, как это сейчас модно говорить, хайпануть. Вы любите шокировать своими нарядами, в том числе. Раньше вы шокировать, а сейчас говорит хайпануть. Хайпануть. Спасибо! Как вы относитесь вот к критике в свой адрес? Замечательно отношусь, если она конструктивна. А ваш коллега по цеху Мадонна недавно отметила свое 60-летие. Вы видите свой юбилей на сцене? Я еще не отметила 55. Поэтому я не знаю... Вам как... и не дашь 55. Слушайте, ну у нас у всех с Мадонной есть нечто общее, в том смысле, в одном хорошее. В определенном возрасте мы все подтягиваем что-нибудь. Но Мадонна, в отличие от меня, ходит в тренажерный зал. Я выбрал другой путь, без тренажерного зала, в 55. Да, не быть такой же стройной, как Мадонна. Но при моем росте 1.73 он спасает, у нее 1.67. Поэтому ей вообще нельзя доводить себя до моего состояния, это сразу будет колобок. А мне в 1.73.5 еще можно, плюс каблук. Все говорят: Алечка, вы так похудели, так похудели. А сразу, ну я на сцене работаю без каблуков, вот в балетках. А можно посмотреть, такие красивые балетки? А что это за балетки? Я могу сказать, когда я покупала в Канаде, и я не обратила внимания на фирму, и сожалею, что взяла только 4 пары, очень удобно работать, и ты не думаешь о том, как ноги устанут, там спина устанет от каблуков. В Крыму вы успеете чуть-чуть побывать, если не успеете улетать, да? Вот сегодня замечательная женщина мне дарила цветы. Она на перевале торгует медом, лавандой, орехами. Благодаря именно ее стараниям я научилась сама варить варенье шишек и сушить лаванду. Я в этом году сварила варенье из грецкого ореха первой жизни. Ого! Это геморройно. Получилось? Очень, очень вкусно. Просто по-сумасшедшему. А что еще из Крыма привозите? Мне многие говорят, что то, что я привожу, это не есть крымский лук. Ну, знатоки говорят, что красный лук, он не есть обязательно крымский. Оказывается, в Крыму он растет в определенных условиях, где-то. Он вырастает, он не весь год. Но я с таким удовольствием, значит, с сеточкой, которая так иду. Но, честно, он поедается так же замечательно. А любимые места есть у вас? Вот там южный берег Крыма или, допустим, западный, там Ялта? Вы знаете, любимое место – это домик Чехова. Почему? Любимее места нет. Энергетика. Ты заходишь в этот дом, ты понимаешь, что в нем происходит суета, и ты чувствуешь усталость Чехова от гостей. Он сбегал уже оттуда, специально был маленький, потому что он оставлял всем артистам МХАТа и прочим, всем, кто, значит, люди как люди, они ничем не отличались. Такие же артисты, которые приезжали, это, вот сейчас бы этого говорил: чувак, оставь ключи от квартиры, да? И бедный Чехов, значит, куда-то съезжал в небольшой домик, очень красивый. Как оставаться такой же энергичной, так ослепительно выглядеть, как вы? Ну вот поделитесь с нами, пожалуйста, своими секретами. Знаете что, главное не думать о том, чтобы каждый день ослепительно выглядеть, потому что так можно сойти с ума. Я любитель вообще копаться, мягко говоря, в огороде без перчаток. Так что бы я ни делал, потом, значит, эти ногти, это кошмар. Потом я звоню девочке, которая мне делает, говорит: ты можешь мне спасти одну руку? Я не успеваю, это уже не делаем, но это рабочее, а мне брать микрофон, а сейчас в камеру, и все будет видно, что я без маникюра. Так вот, если ты травмируешь психику все время на показ, ты сломаешься. Поэтому я желаю всем, и мужчинам, и женщинам, не надо жить на показ. Быть искренней, быть настоящей, быть собой, как Лолита. Да, спасибо вам огромное, можно я вас обниму? Спасибо вам.
Валерия, ну в жизни вы еще красивее, это правда. А, вы не устали отвечать на вопрос, как вам так потрясающе удается выглядеть в 30, я хотела сказать, в 50 лет? Я за вами буду повторять, как не правильно. Очень, не очень уверена, что сейчас так. Вот так? Ой, мамочки, как вы это делаете? Ну. Есть куда стремиться. Мастер-класс от Валерии. Знаете, ну, конечно, часто мне задают вопросы, часто мне одаривают комплименты, мне это очень приятно. Ну, что я могу сказать? Я не буду сейчас подробно рассказывать, что у меня бабушка 100 лет прожила и, между прочим, прекрасно выглядела, что, конечно, генетика – это великая вещь. Вот. Но самое главное, наверное, отношение к жизни. Это я совершенно точно понимаю. Люди, которые никому не завидуют и радостно живут, они как-то, наверное, выглядят следующим образом. Вот. Вот это, наверное, самое главное. Любить эту жизнь, любить людей, стараться любые события воспринимать радостно, если они хорошие, если они дают тебе что-то, если они, скажем, неприятные, то надо воспринимать их просто как жизненный урок, вот определенный этап, чтобы двигаться дальше, для чего-то нам даются трудности. Очень мудро. Но скажите, пожалуйста, вы вот приверженец здорового образа жизни, но можете позволить себе, например, вот кусок шоколадного торта съесть? Я могу себе позволить съесть все, что угодно, и я себе позволяю, и делаю, конечно же, исключения. Но, к счастью, я не люблю сладкое с детства. Это вот, скажем, это не является какой-то вот такой едой, ради которой, я не знаю, могла бы вообще нарушить все на свете. Нет, ну, мне нравится выпечка, я могу какой-нибудь пирожок съесть с капустой. А шоколадный торт – это вообще не моя тема. Я просто счастливый человек, видите, мне в этом повезло. Повезло. Вы в Крыму не впервые, вас очень здесь любят и ждут всегда. Вы любите Крым? Есть ли у вас какие-то любимые места здесь? Знаете, я в Крыму бывала бесчисленное количество раз. Действительно, это совершенно удивительное место. Это самая настоящая здравница. Сюда приезжаешь, и где бы ты ни находился здесь, в Крыму, здесь какой-то удивительный воздух, здесь легко очень дышится, потрясающий климат, замечательные люди. И сколько концертов мы здесь дали за все время. Я не очень хорошо, скажем так, знаю Крым. Вот, понятно, мы знаем Артек, мы знаем Бахчисарай, мы знаем Херсонес, мы знаем, бывали во всех городах, Симферополь, Севастополь, Ялта и так далее. Но так, чтобы погрузиться и вот прочувствовать до конца, все-таки, наверное, недостаточно времени, когда ты приезжаешь на гастроли. И ну вот завтра я мечтаю, например, планирую, я очень надеюсь, что у меня это получится, я хочу поехать в Херсонес, потому что я там никогда не была, и, конечно, это место с богатейшей историей, совершенно удивительной, уникальной. И вот я хочу наполниться вот этими ощущениями, впечатлениями. Я обожаю экскурсии, я люблю вот бывать в местах, в которых раньше никогда не бывало, что-то новое узнавать. В общем, я в предвкушении. Виктор Иванович, ну, очередная ваша награда, у вас их больше, чем посуды дома, вы как-то сказали. Да. Какой статуэтки не хватает, хотелось бы вам Оскар получить. Нет, зачем мне Оскар, когда у меня есть Россия? Вот и все. Оскар – это тоже, может быть, для честолюбивых людей. Я не честолюбив, я талантлив. Одна из важных последних киноработ – это роль Малюты Скуратова в сериале «Годунов». В ноябре состоится премьера, по-моему, 5 ноября, и первой серии «Вся моя». Горжусь этой ролью. Малюта, я к тебе сватом пришел. Ближнего человека Бориска Годунова хочу женить на дочери твоей. Твоя воля, буду неверной женой. Персонаж неоднозначный, жестокий. Что было самым сложным? Вот быть жестоким и человеком, про которого складывают легенды, что он там чуть ли не людоед. Мне даже режиссер говорит, уж больно ты добренький. Я ему говорю, дай мне совершить поступок какой-нибудь поганый, и тогда все человечество будет меня ненавидеть до конца моих дней. Ведь уникальность этой работы еще в том для меня лично, что я эту роль просил Павла Лунгина для фильма «Царь». Он мне не дал, даже попробовать не дал. И все равно эта роль меня настигла, чему я очень рад. Хотя маленький секрет открою. Когда меня утвердили на роль Малюты Скуратова, я сказал, ну я на лошадь не сяду. Режиссер на меня посмотрел, улыбнулся и говорит, ну мы покажем Скуратова без лошади. И показал, увидите, это интересно.
А почему не сядете на лошадь? Не хочу, я жить хочу. Упаду. А как же на ради роли готов на все? Ну, это вы говорите кому-то другого. Что значит ради роли готов на все? Есть и другие моменты, или будут моменты жизни, где потребуются подвиги геройства, а не то, что сел на лошадь и упал как дурак. В вашем родном городе Орехово-Зуево стоит памятник в вашу честь. Несмотря на это, вы продолжаете ездить в метро. А как так получается? Вы что хотите сказать, если мне бронзовую голову поставили на центральной улице города Орехово-Зуево? Я теперь должен что, на самолете летать, что ли? Или, конечно. Или меня должны на руках носить? Ну, это вы про каких-то больных людей. Я простой, смертный, и чтобы не забываться, кто ты есть, надо быть среди людей. Спасибо вам огромное, что нашли время. Приезжайте в Крым почаще, мы вас очень любим. Спасибо большое. Виктор Иванович, я вас обожаю, спасибо большое, приезжайте в Крым почаще. Дайте сюда, смотрите культуру с Куприяновой, дорогие телезрители. Держи! В субботу на основной сцене Русского драматического театра имени Горького премьерный спектакль «Сезон любви». Это музыкальная комедия, события которой разворачиваются в 70-е годы прошлого века. Главный посыл постановки – не унывать, ведь мир полон красоты. Нужно лишь посмотреть вокруг влюбленными глазами. Начало спектакля в 19:00. 13 января на сцене Севастопольского театра имени Луначарского комедия «Везунчики». Это 6 скетчей сценариста Фредерика Строполя в постановке 6 режиссеров театра. Комичные ситуации, винтажные декорации и блестящая хореография. К вашим услугам лучшее омолаживающее средство – смех. Начало спектакля – 18:30. 12 января для самых маленьких зрителей спектакль «Летучий корабль» в театре «Золотой ключик». В постановке есть все, что так дорого зрителям. Сказочное царство государства, милые сердцу герои, красочные декорации, стилизованные костюмы и много народной музыки. Все, как и положено в русской сказке. Начало спектакля в 16:00. В воскресенье на этой же сцене новогодний мюзикл «Дюймовочка». Маленькие и взрослые актеры рассказывают о таких простых и понятных истинах, как добро, отзывчивость и взаимопомощь. Мы рекомендуем отправляться на спектакль всей семьей и заряжаться праздничным настроением. Начало спектаклей в 12:15.